Сегодня вечером загорелась сухая трава в дачном кооперативе на окраине Тирасполя. По предварительной версии, причиной возгорания стали сварочные работы. Дачные домики не пострадали. Это значит, отсюда пошло, да? Ну, смотрите, свежая порезка металла. И больше урон здесь произошел. По словам пожарных, возгорание началось на одном из дачных участков в кооперативе «Ореховая роща», где разбирали домик и резали железо. По-видимому, искра попала на сухую траву и начался пожар. Сгорело несколько дачных участков недалеко от кладбища на Западном. Никто не пострадал. Выгорела трава и сухие деревья, почти 100 квадратов. Пожарных вызвали люди, которые работали на соседнем поле. Тут люди работали, ничего не сгорело. Вот тот самый дачный участок, с которого начался пожар. Виден железный каркас, который недавно резали. Участок выгорел полностью. Трава и сухие ветки, на которые перекинулся огонь, сваленные рядом с дачами, тоже полностью сгорели. По словам пожарных, начался дачный сезон пожаров. На вызовы, когда горит сухая трава и ветки, в день выезжают по нескольку раз. В районе дач на Западном последний раз пожарные работали неделю назад. Тогда загорелся дачный домик.